Всем привет из Сочи. Вот наконец-то моя кухня практически полностью и распустилась. Так вот достала свою красоту. Сейчас покажу вот так вот в общем. То, что стоит у меня на окошке. Некоторые еще не распустились. Фантом, вон там только один цветочек. Ну, не буду туда. Пусть распустится, потом покажу. Что у меня еще цветет? До сих пор у меня цветет дендробиум. Посмотрите. До сих пор держит свои две веточки цветов. Аромат уже, конечно, стал поменьше, но он и так очень-очень долго у меня цветет. Из-за того, что на кухне у меня самое прохладное место. И поэтому здесь он очень долго держит свои цветочки. Вот такая вот лапочка. Первый раз у меня распустилась еще моя лапочка. Первое цветение. Это подаренный мне цветочек. Вот такая вот была детка. Уже нарастила у меня вот эти три листика уже мои. Был вот там старенький листик. И тот третий маленький совсем. И вот это ее первое цветение. Крупный мне очень понравился. Люблю такие яркие, крупные. И посмотрите, усики какие беленькие, клычки, зубки с короткими усиками. И на краю розовая губенка, розовая с красным. Вот это только начал открываться. Сейчас поверну. Вот этот открылся тоже раньше. Такая яркая красота. Действительно, вот эти вот усики, прелесть. Замечательный сорт. Для первого цветения, я считаю, вот эта кисточка из четырех очень крупных цветов, ярких, это замечательно. Этот сорт должен цвести долго-долго. Но будем надеяться, что он так свои характеристики и покажет. Продолжает цвести моя мультифлора, мое дерево, уже тоже долго-долго. Много бутончиков, не бутончиков, цветочков уже отцвели. Вот здесь вот тоже еще один, вот там уже, да, цветает. Но все равно, я считаю, она меня в этот раз очень хорошо порадовала своим цветением. Вот такой гроздью, шапкой. Просто прелесть замечательных цветочков. И не очень мелких, и красивых. Вот эта орхидея действительно умничка, действительно сорт, заслуживающий внимания. Розетка, правда, у нее не очень мелкая в разлете. Вот такие вот лопушки. Но посмотрите. Два цветоноса дала, это первое домашнее цветение. И на каждом цветоносе вот здесь вот 4 цветочка дала. И здесь вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще вот там бутончик, еще не вся раскрылась. Очень такие плотные лепестки, яркая. Дрозд прилетел в гости, вот там, не знаю, видно, нет, за окном он сидит. Яркая орхидея. И приятный бонус, неожиданный. Она, ну не то, что неожиданный, она пахла немножко при покупке, но сейчас она стала пахнуть еще сильнее, еще больше, и это очень приятно. Вот такая вот яркая красота. У нее, не знаю, такая прям малиново-белая, там красная колонка, губенка, все как надо. С обратной стороны, вот не знаю, видно, нету, так тоже красиво. Замечательная орхидея, я ею очень довольна. Изначально у меня было такого плана несколько орхидей, и я делала выбор, какую все-таки оставить в своей коллекции, и я остановилась вот на этой.
красота. Обратная сторона, немножко листики, вот она как бы зеленцой. Против света снимаю, не знаю, видно, не будет, не видно. Но здесь так на кухне стоят орхидеи. Это сейчас я ее сняла с окошка, она у меня стоит за шторкой. Здесь у меня стоит мой дикий персик, потому что он не очень любит яркое, ну вот не то, что яркое солнце, именно вот сильное солнце он не любит. Здесь стоит моя мультифлора. Она солнышко, конечно, любит, но вот такое раскидистое создание на окошке уже проблематично поставить. И здесь стоит, конечно, мой дендробиум. Вот я уже убрала вот ту за окошко. Ну и, конечно, жду распуска своего фантомчика. Она продолжает меня радовать тремя цветочками. Один цветочек уже отвалился. Видно немножко у нее зеленцы и какой-то бежевости. Очень красивая орхидея, замечательная. Надеюсь, мы все-таки с ней доподружимся. Вот так вот она стоит у меня красивенько в кашпо. И она мне все-таки начнет давать не по 3-4 цветочка, а больше. Потому что эта орхидея должна быть каскадная. Лудизия доцветает. Жду, пока немножко подсохнут цветоносы, чтобы их отрезать. Но вот здесь у меня есть моя душистая красотка. Посмотрите, какая прелесть. Вот такая лапушка. Очень приятный аромат, красивый цвет. И доращивает, постоянно что-то себе доращивает. Ой, вот это вот все на старых цветоносах. Главное тут не упасть. Стою на полочке. Вот. Еще один цветонос ее. Вот такая красота. Очень эффектная. Давным-давно у меня в коллекции. И она меня радует постоянно на 2-3 цветоноса. Сняла, потому что невозможно показать, засвечивает. Вот такая моя красота. Есть несколько похожих орхидей. И названия у них разные. Но у моей название именно такое. Оно было на горшке, когда я ее брала давным-давно. Посмотрите, вот действительно, вот этот сорт заслуживает внимания. Вот просто посмотрите, сколько она уже мне отцвела. Она демонстрирует револьверное цветение. И вот здесь вполне допускаю, что она еще будет доращивать. Ароматная красотка с крупными цветочками. Сейчас попытаюсь поймать. Немножко выгорает. Вот эти цветочки уже более старые. Тоже посмотрите. Веточка, вот эта веточка уже несколько лет ей. Я уже ее обрезала, и вот она на совсем-совсем старый все равно еще бутончик выгнала. И вот здесь на совсем старый цветочек распустился. Смотрите, как интересно, обратная сторона тоже очень красивая. Так что обратная сторона мне у нее тоже очень нравится. Посмотрите, с такими как глазками. Очень красивая. Действительно, крупные цветы. Вот. И чем дальше, тем крупнее. Зимние цветочки вот чуть-чуть мельче. А вот которые сейчас уже открываются, они, посмотрите, они ярче. А летом она будет практически однотонная. Вот которые будут летние цветы. Вот. И еще один цветонос. Это вот уже молодой, свежий цветонос. Здесь вот получается тоже она дала 1, 2, 3, 4, 5, тоже 6 цветочков на
молодом цветоносе. И в итоге вот такая вот красота, которая висит у меня в подвесном вот там на окошке, но действительно засвечивает, и невозможно там ничего показать. Поэтому я уже сняла с окошка, чтобы полюбоваться вот этой красотой. Она действительно заслуживает. Я ее заодно поливаю, показываю сразу корешочки. Корешочков у нас достаточно. Видно, да, сколько корешков. Она у меня умничка, вот этот лист. Она у меня его скоро сбросит, уже, видите, начал желтеть. Этот лист у меня зимой ухитрился к окну прислониться. Я обычно подкладываю что-нибудь, но он прислонился к окну, и край листика у меня подмерз. Было несколько холодных дней, я что-то вот не досмотрела. Жалко, но в принципе ей это не мешает замечательно цвести и радовать меня. Вот такая вот красотуня. Следующую красоту снимать с окна уже не буду. Она у меня смотрит вот так в окошко. Это орхидея, которая обожает свисти вниз головой. Вот так вот она висит. Сейчас я ее подвину, поверну к нам, чтобы можно было полюбоваться. Что-нибудь уберем. Вот так вот. Поверну ее к нам, что иначе не повернешь. Так вот, она висит вниз головой. И никак иначе она не хочет. Смотрите, какая прелесть. Вот так вот она у меня красиво цветет. Жду остальных ее цветочков. Замечательная яркая красотка с яркой губой. Смотрите, какая прелесть. Действительно насыщенная яркая красота. Вот так вот много уже цветочков. Жду еще. И чем мне она еще очень нравится, с обратной стороны. Сейчас попробую показать. Посмотрите, какая губа расписная. Сейчас приближу. Просто произведение искусства, даже с другой стороны лаковое. И вот, не знаю, мне вообще напоминает какие-то глазенки. Это на каждой. Так вообще, смотрите. Мне почему-то голову лошади напоминает, не знаю почему. Такие глаза. Не знаю, может быть, это, конечно, моя бурная фантазия. Второй цветонос. Вот она всю жизнь обязательно цветонос один и одно ответвление, никак иначе. Вот, видимо, тоже особенность вот этого сорта. Вот такая красоточка. Сейчас отверну, чтобы она нам не мешала. И покажу немножко своих симполий, моих фиалочек. Это черная жемчужина. Продолжает свисти. Вот такая вот лапочка. Очень-очень долгое цветение. Это старожила в моей коллекции. Самое-самое первое. Из моих симполий, из бывшей коллекции, которой уже практически нету, осталось несколько всего фиалочек. Вот такая вот еще одна красоточка с двумя каемками. У нее белая каемка, потом такая более какая-то сливовая каемка. Тоже очень красивая орхидея. Фу, орхидея, я говорю, привыкла уже орхидея. Фиалочка тоже начала заново вот мне цвести. Скоро ее придется омолаживать в очередной раз. Вот это вот зимние листья были более длинные. И сейчас вот розетку немножко, наверное, буду омолаживать. И еще моя красоточка одна. Я уже рассказывала, что она у меня
летнее цветение, когда яркое солнышко, вот такая яркая, практически малиновая. А зимнее цветение, она почти розовая. Такая красота, крупная симполия замечательная. То есть они меня тоже радуют цветочками своими. Надеюсь, вам понравилось цветение на моей кухне. Ставьте лайки, пишите комментарии. А я буду с вами делиться еще больше и больше и показывать еще больше своей красоты. Посмотрите, ну разве не прелесть? А вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, всего самого-самого хорошего. И не болейте. Главное быть здоровеньким в наше время. Всем пока-пока!